Господа, господин Дубович, для нас нового нисмо ништа другого. Каждую неделю вот здесь, за этой дверью, в студии, мы записываем программу Fake News. Сейчас там снимается другая программа, поэтому мы не можем туда зайти. Но просто поверьте мне. Hi all, this is Masha Borzunova, an independent journalist living in Latvia, a foreign agent in Russia, and your personal agent in the world of Russian propaganda. Я веду программу Fake News 2018 года, и понятно, что когда началась война, телеканал «Дождь» заблокировали, нам пришлось уезжать из страны, и потом мы ее перезапустили уже из-за границы. Изначально мы рассказывали о фейках и пропаганде с иронией. Мы шутили над этим, потому что понятно, что серьезно воспринимать зачастую весь тот бред. То есть для арта, например, у нас такая пропаганда для начинающих. То есть тут для меня цель показать жителям Европы, что происходит на российском ТВ. It has been a difficult year that has changed all of us, even the Russian propagandists. My colleagues and I had to leave Russia. You agreed to accept millions of refugees from Ukraine, and Ukrainians have shown the world that they will fight to the end. I would like to summarize the year's main events, but there is only one point to reflect on. Russia's war in Ukraine has now been going for 10 months. Today we will not make fun of absurd propaganda like usual, but remember what this year has been like for the Russian TV audience. Это священная война. Это война за то, во что мы верим. The letter of the year, of course, is Z. Let me remind you that it is not even part of the Russian alphabet, at least not yet. The word of the year is war. In Russian it's война. But according to Putin, there is no war, so the word война is banned, and instead anti-war activists use 5 asterisks. Значит, что касается длительности процесса СВО, я имел в виду длительность процесса урегулирования. И своим чередом, там все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет. Also, this year the propagandists have found a new hero, the singer Shaman, author of the Z Army's new anthem, I'm Russian. Песня «Я русский, я иду до конца, я русский, моя кровь от отца» — это слова, с которыми вот сегодня может идти солдат в бой. Как родился этот удивительный текст? В этой песне «Я русский, моя кровь от отца» я имел в виду нашего отца Всевышнего, отца, Создателя. Я русский. И не только у тех, кто на фронте. Огромный запрос на сопереживание и ощущение гордости за очередную миссию России по денацификации Европы. Причем и в головах, и в сердцах возникает прямая связь подвига наших предков с сегодняшним продолжением. Неудивительно поэтому, что новая песня, обращенная на самом деле в историю, воспринимается как дань уважения тем, кто сегодня отдал свои жизни за благородные идеалы. That's the year in a nutshell. Now let's look at how the message of Russia's propaganda has changed since the 24th of February.
It's best if we let the propagandists speak for themselves. This war was presented in Russia as a liberation operation. The authorities supposedly decided to help the Ukrainians free themselves, as they said, from the Nazi regime and the Kiev junta. Before the war, some even stated that Russian tanks in Ukraine would be greeted with flowers. Жители Украины по большому счету являются пророссийским. Это люди, которые дома говорят на русском, ездят зарабатывать в Россию. Ну уж извините, если вдруг где-то вот в некой сферической вакууме ситуации российские войска стали бы входить, они бы встречали наших военных просто с караваями и цветами. Ошибка. Я в этом даже не сомневаюсь. Remember how Маргарита Симоньян, the head of Russia Today, was preparing to hold a parade in Kyiv on May 9th from the very first day of the war. We told you about it before. In general, the propagandists were very confident about themselves and the Russian army. Zelensky was also immediately written off and said to have fled Kyiv. Только что мне подтвердили, что главнокомандующий вооруженных сил Украины, президент Владимир Александрович Зеленский, пересек сегодня Украино-польскую границу и сейчас находится в безопасности в американском посольстве. It quickly became clear that everything wasn't as perfect as they had planned. The Ukrainian army was not going to retreat. Zelensky had not run away, and the West began to supply Ukraine with arms. Russian television began to suspect something. На душе погано. Разбор полетов впереди. Говорить, что все идет по плану, могут только идиоты. Слишком часто наши коллеги говорили, нужно идти до конца. Что-то до Варшавы, кто-то до Лиссабона, ну. Кто-то бросал ядерные бомбы и так далее. Я настолько этим впечатлился, что сидел, ждал, когда мы Вы будем... Вы нет. Я нет. А огромное количество людей, да, впечатлились. When something went wrong and it turned out that Ukrainians were not all that happy that Russia had come to liberate them, Russian TV decided to tell them that actually ordinary citizens were the enemy too. Первая наша проблема – это вот это, знаете, советское сохраняющееся деление, что где-то есть плохая власть, но хороший народ. И этот хороший народ готов с нами вот-вот одумается, готов с нами сотрудничать. Вот практика показала, что нет такого деления, как бы нам ни хотелось. К сожалению, надо признать, что да, Украина сплотилась на основе против нас. И мы должны относиться не как больше к братству, эти братские народы, а именно как к опасному, серьезному противнику. And some time later, a new idea appeared among the goals of the special operation – desatanization. А теперь вся страна должна встать на войну. И стиснув зубы, и переживая горькие минуты прозрения, перестраиваясь на ходу, потому что воюем не с этой бандеровской сволочью и педиками в ее управлении, воюем со всей сатанинской машиной Запада. The identity of the Satan that Russia is now at war with remains unclear. Is it Zelensky? Biden? What difference does it make? But what is clear is who's on the side of light and who's on the side of darkness. Мы должны точно понимать, что мы на стороне правды, а это значит, мы не все можем. Мы не можем действовать как зло. И мы воюем с сатанизмом. То есть юмор, который мы слышим со стороны пропаганды, это такой мерзкий юмор. Сначала сожжем Украину, а потом все остальное, что останется... И пройдем погреться. Да, пойдем погреться. Сейчас мы поняли с начала войны, что многие воспринимали этот бред серьезно. Сейчас то время, когда вообще не до шуток. И... мы не можем с иронией относиться к тому, что говорят по телевидению, потому что за всеми этими словами стоит огромное количество смертей, война, которая продолжается уже многие месяцы. Что сейчас мы должны разговаривать с разными людьми. Мы должны разговаривать и с теми, кто с нами был согласен все эти годы. Но мы также должны говорить и с теми, и ты вряд ли можешь вступить с ними в диалог с помощью шуток.
потому что они включат и послушают, скажут, опять какая-то клоунада. Я не буду это смотреть. Ну, то есть намного важнее, как мне кажется, сейчас брать отдельные фейки, которых очень много, и по полочкам для зрителей разбирать. На российском телевидении показывали фотографии российских военных и говорили, это фейк. Это не российские военные пленные. Я поговорила с отцом одного из этих парней. Мы выпустили интервью, где он говорил, это мой сын, вы что, офигели? Это мой сын. Он... Его, правда, отправили в Украину и взяли там в плен. Чего вы хотите добиться сейчас? Писали ли вы обращение в Министерство обороны? Собираетесь ли его писать? Я думаю, сейчас с мертвой точки ничего не сдвинется или нам даже никаких объяснений не дадут, то в любом случае будем идти как можно дальше и в любом случае пытаться его извлечь из плена. В любом случае. С украинской стороной вы будете как-то пытаться контактировать? Если... Если с нашей стороны никакой помощи не будет, то, конечно, придется и с украинской стороной связываться. А со стороны России я не знаю, для чего это вообще делается. Почему сыновья олигархов не служат? Я вот этого не понимаю. Почему они не идут по контракту? Я не хочу, чтобы мой сын где-то там как пущенное мясо выглядел. Но оно просто так оно и выглядит. In the second half of the year, the Russian army was forced to abandon first the Kharkiv region, then Kherson, the only major city it had managed to capture since the war began. It was described on television as a difficult but planned decision. They even tried to find ways to spin it in a positive light. Решение сложное, тяжелое. Конечно, тяжелое решение, которое принято по Херсону, хотя, в принципе, конечно, оно было ожидаемое. С военной точки зрения. Отступление, наступление – это бывает в ходе любой войны. Я думаю, что с военной точки зрения это действительно правильно. Какие возможности открывает перегруппировка наших войск на левый берег реки Днепр? Ну, с учетом того, что через Днепр воевать очень трудно, как одной, так и другой стороне, это все теперь будет стабильно и на долгие месяцы. It wasn't long, however, before propaganda managed to find an explanation for why the Russian army was suffering defeats in Ukraine. Russia had, in fact, defeated Kiev a long time ago. Now they are at war with NATO. Мы сражаемся, начиная с начала марта, не с каким, не с Киевом. А сражаемся с Западом. А то, что это идет война с НАТО, я думаю, ни у кого не вызывает ни малейшего сомнения. The truth is, not even the regular experts who practically live in the Russian propaganda TV studios and constantly move from one program to another agree with this. Прямой агрессии НАТО против нас нет. Что значит нет прямой агрессии? Войска НАТО там не воюют. А чьи там войска воюют? Там воюют инструкторы. So you get it. On Russian TV, with every new month of the war, everyone is getting tenser and more volatile as the excuses are running out. On the front, things are bad. So Russia's only workable strategy is now to leave Ukraine without heating and light this winter. The Russian army is actively shedding the Ukrainian energy system. День настал! Наконец-то Россия начала бить киевский режим. Чем бандеровские упыри поплатятся за Крымский мост? But Russian correspondents with a smile then report on Ukrainians trying to cope with the blackout and the cold winter. Генерировать медиа идеи Украине, видимо, будет все сложнее, потому что для этого нужно хотя бы генерировать электричество. С этим проблемы. Быт украинца сейчас в целом выглядит вот так. Зарядка телефонов в магазинах. Ужин при свечах почти романтично, но вот только еду таким образом разогревать придется около часа. Вечірки, котрі роблять у нас в Україні, вони найкращі. Бо до нас приїжджають дуже багато іноземців, навіть у війну. Thank you.
Сначала такая пауза, да, сначала небольшое разочарование. А потом не было претензий, а было такое единение, что и кто-то начал петь гимн, и это всем так понравилось. И ощутили, что мы можем без света быть со светом. Ну, такая метафора, извините. Probably already aware of the indifference with which Russian propaganda treats Ukrainians. So what do they say about their own citizens, the Russians? Although, as you may recall, Russia is officially not involved in any kind of war. Back in March, two articles targeting any dissenters were introduced into the criminal code. The new offenses were discrediting the Russian armed forces and spreading fake news about the Russian army. The maximum sentence is 15 years in prison. These articles are being used against the opposition, activists, journalists, and just anyone who has written something against the war on social media. Dozens. Derzeit erlebt die in der Sowjetunion beliebte Denunziation eine neue Blüte. Wie unter Stalin schwärzen sich Nachbarn, Kollegen und Verwandte gegenseitig an. Die Studentin Elmira wurde von ihrem eigenen Vater denunziert. Ну, мне позвонила моя тетя, сказала, что на мою квартиру, где я прописана, пришла полиция, что мой отец написал заявление, что я выступаю против ВСРФ и что я призываю убивать русских. Вот, у себя где-то в соцсетях. Эльмирас Vater ging zur Polizei, um seine Tochter zu denunzieren. Dass sich kaum auf den Beinen halten konnte und seine Zunge nicht unter Kontrolle hatte, hat niemanden gestört. Die Polizisten fanden Elmira nicht. Sie riefen ihren Vater an. Ein Polizist nahm das Gespräch auf und veröffentlichte es im Internet. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Полиция вас беспокоит по поводу вашего обращения. А вы мою дочь задержали? Кого? Мою дочь задержали? Нет. Эльмира wurde vorgeladen. Меня там повели к какому-то человеку, там уже был человек в возрасте, похож на начальника, сидел в кабинете, отобрал у меня телефон, начал там смотреть. Я думаю, что он это дело хотел раскрутить на самом деле, потому что он потом еще задавал много вопросов, он настаивал. Я там рассказывала, что мой отец страшный алкоголик, что вот там он вообще на самом деле постоянно у него там какие-то больные идеи появляются. Bei Elmira wurden keine Aufrufe zum Mord an Russen gefunden. Und der Chef verlor das Interesse. Ihr Vater ist weiterhin sicher, dass er das Nötige getan hat. Недавно он позвонил моей матери, ведь, и он сказал: Света, а что я сделал? Я разве сделал что-то плохое? Это же это мой гражданский долг. Да, мне по пьяни показалось, но а вдруг бы вот мне не показалось? Это же как же это возможно? Я не мог молчать, такая ситуация в стране. Вот. И он убежден, он абсолютно убежден, что он сделал правильно, и он даже более того, он говорит, что если бы я реально что-то подобное постила, там призывы какие-то, а он бы действительно пошел и написал еще раз заявление, что он человек, который не отступит. Вот. Nicht jeder Verrat geht glimpflich aus. Sascha, eine Künstlerin aus St. Petersburg, könnte für 10 Jahre im Gefängnis bleiben. Sie hat Preisschilder im Supermarkt gegen Antikriegsbotschaften ausgetauscht. Nach der Beschwerde eines Rentners wurde sie verhaftet. Sie steckt seit 3 Monaten in Untersuchungshaft. Criminal and administrative cases have already been opened. Those against the war are usually talked about on TV like this. Мерзавцы, подонки, негодяи! Раньше были русскими, а стали ничьими. Брошенными. Людьми без народа, без нации, без родины. Ну да, у вас больше нет ее родины. Вы сами отрекаетесь от нее ежедневно, ежеминутно, поддерживая убийц и террористов, сидящих в Киеве. Обезвреживать нужно вас, разбежавшихся по миру, разлетевшихся и ссущих там на русского воина, на русскую землю, на русского человека.
Илья Яшин, one of Russia's few remaining opposition activists, received an 8.5-year prison sentence in December under the same article. For what? For reporting the crimes in Bucha live on his social media accounts. Сегодня Илья Яшин получил... Кто такой? Блогер. А что он получил? Получил 8.5 лет по статье о фейках. Вам не кажется, что за слова 8.5 лет, ну, это какой-то зверский срок? Значит, мне, это, знаете, как у нас в народе говорят, если кажется, надо креститься. Подвергать сомнению решение суда, считаю, нецелесообразным. These weren't the only interesting laws introduced in Russia in 2022. The law on foreign agents, for example, was made stricter, and we are now closer than ever to the official label of enemies of the state. Беглые навальнисты и прочие предатели Родины, иностранные агенты, здесь не должно быть сомнений. У меня только один вопрос к сотрудникам наших правоохранительных органов, точнее два. Первый, почему до сих пор не возбуждены дела по статье «Измена Родине»? И второй, как вся эта сволота оказалась за границей? Кто принял решение всю эту сволоту выпустить за границу? And towards the end of the year, a law banning so-called gay propaganda was introduced. Now scenes featuring same-sex love are being cut from books and TV series in Russia. Of course, propaganda is supporting this law, but sometimes there are plot twists. For example, in our previous episodes, we have already shown you a TV presenter from Russia Today, Anton Krasovsky. In the past, he has publicly come out as gay. Back then, he actively fought against homophobia in Russia, but then something changed and he converted into a propagandist himself. Хотим ли мы действительно, чтобы в России детей в 12 лет по страховке и по их бредовому, раннеподростковому желанию делали трансгендерами? Хотим ли мы, чтобы у мальчиков отрезали яйца в 12 лет? Хотим ли мы, чтобы голые, обшитые какими-то кожаными ремнями, с какими-то фалоимитаторами, мужики старые ходили по нашим городам? Я этого не хочу. Я хочу, чтобы в моем городе, в Москве, когда я проснусь, я слышал колокольный звон и видел крестный ход. Привет, меня зовут Михаил Зыгарь, я журналист и писатель. Я уехал из России в феврале и с тех пор живу в Берлине. Ваши бурные аплодисменты. Михаил, здравствуйте. Если бы 20 лет назад мы с тобой разговаривали вот так вот, и ты меня спросил бы, Миша, ты гей? Я бы тебе ответил, конечно, нет. Много лет спустя я понял, что вся моя журналистская карьера была построена именно так, потому что я пытался всем доказать, что я не гей, и я круче их всех. Я 10 лет работал военным корреспондентом. В России очень много счастливых геев, которые изображали счастливую семейную жизнь с женщинами. И все всегда знали, что вот этот вот человек, он, конечно же, гей, а вот его жена. Ну, у нас раньше был договор такой непроговоренный никогда с моим нынешним мужем, что мы друг друга... Мы не постим фотографии совместные в соцсети, например. Я, конечно же, собирался сделать камин-аут в какой-то подходящий момент. Ну, то есть у меня там бывшая жена, дочь. У меня в Берлине нет опасения за то, что мой камин-аут навредит моей дочери. А в Москве такие опасения были.
24 числа, в целом, я, мне кажется, понимал, что это все. Нужно сделать моральный выбор, и нельзя жить в фашистском государстве. Переезд – это начало новой жизни. У тебя есть возможность исправить какие-то ошибки, которые ты не мог исправить в прошлой жизни. И так еще совпало, что как раз в дни, когда мы решили пожениться, еще в России начали принимать вот этот адский закон о запрете гей-пропаганды, который запрещает демонстрировать любые признаки однополой любви. Как уроженцы России легализуем однополые браки в России. У меня было очень много комментариев и каких-то шквал, многотысячных каких-то личных сообщений от представителей ЛГБТ-комьюнити, почти все. Оказывается, для людей так важно. Как я понял из вот этих тысяч сообщений, в России никогда не было прецедента открытой гей-свадьбы между публичными людьми. But Russian propaganda has not forgotten about you either. How are you doing over there? In Russia, they say on TV that you had no time for holidays, that even candles are sold out in shops. В Германии перед Рождеством закончились все абсолютно свечи, но раскупили их не ради праздничной атмосферы. Просторочительные немцы считают, что зимой их ждут блэкауты и запасаются альтернативными источниками света. In Moscow, the mayor even decided to hold a vote among the city's residents on whether it would be appropriate to decorate the capital and hold the festivities, considering that the country is currently at war in Ukraine. Сергей Собянин said that we are not Europe and will not deprive ourselves of the celebratory New Year mood. Это праздник, к которому привыкли люди десятилетиями и столетиями. Новый год, Рождество – это праздники, которые вселяют в людей надежду, которые дают какое-то вдохновение, дают настроение и так далее. Посмотрите, что происходит в Европе. Там без всяких решений темно и депрессивно. Мы что, хотим в солидарность с ним у себя это сделать? Зачем? We say hello to the mayor of Moscow from dark and depressing Europe, where we have decorated our Christmas trees and hung garlands everywhere. That's what this year has been like. I hope it has made us all wiser. If you have watched all of this year's fake news episodes, then congratulations! You have advanced from beginner to intermediate in your study of Russian propaganda. Stay warm. Stay human and make sure to keep your favorite news sources close by. This is Маша Борзунова with Fake News. See you next time. Господи, господин Дубович, да нас снова не смо ништа добро.